Народ, всем привет! Всех с Новым годом! Ну что, всех, естественно, с праздниками, да, там дальнейшими, с наступающим Рождеством, Старым Новым годом, ну и так далее. У нас пока машин мы никаких не купили, отходим от праздников. Вот, отходим, грубо говоря, все от праздников. Ну что, в принципе, сегодня будет такой ролик, хочу сделать мангал. Потому что он пригодится сделать своими руками. Сейчас будем смотреть какой-нибудь видос, либо какие-нибудь фотки с размерами самого мангала. Ну и что-нибудь придумать, потому что все равно он нужен. Бывает, в гараже посидим, отдохнем, шашлычок пожарить, ну и так далее. Вот. Сегодня у нас 3 число. Продолжаем заниматься, естественно. Будем снимать видосы для вас. Надеюсь, в этом году мы что-то будем делать новое в этом году. Какие-то съемки, что-то будем для вас придумывать. Но это все в дальнейшем. Надеюсь, вы меня будете поддерживать, ставить лайки, писать комментарии, подписываться. Вот. Всем, конечно, спасибо большое. И всех еще раз с Новым годом, с наступающими праздниками Рождество и Старый Новый год. Ну что, сейчас мы разберемся здесь в гараже. Меня здесь не было, можно так сказать, неделю после того, как я машину десятку уже сделал, продал, все. Нужно нам будет докупать еще машины. Сейчас мы после праздников все отойдем, все будет нормально и продолжим наши съемки. Поэтому вот такой небольшой видос, пока делать нечего, я решил сделать мангал. Вот. Ну что, сейчас мы будем доставать железо, будем смотреть какие-то фотографии. Естественно, я вам фотографии, все размеры там фотографиями выставлю здесь где-нибудь будет. Вот. А также мои подсказки вот тут тоже они будут, поэтому обязательно переходите, смотрите предыдущие серии, кто еще новенький, кто еще не видел, чем я занимаюсь, чем увлекаюсь. Вот. Постараемся для вас делать обзоры на автомобили, которые буду покупать, буду ремонтировать до и после. Поэтому уж не сильно меня не критикуйте, потому что я не автообзорщик, но буду стараться для вас, чтобы вам было более интересно. Ну все, что, ребят, заставка пошла. Приступаем делать мангал. Вот у нас такой профиль есть, это будут ножки. Я думаю, ну, будем делать такой небольшой, потому что если брать какой-нибудь красивый большой, то здесь его ставить некуда, он будет попросту мешаться. Поэтому делаем такой же большой его. Железо сзади стоит, я поставил. Из этого профиля мы будем делать 4 ножки. Сделаем обычный его квадратный, а там уже будем смотреть, как что получится. Поэтому что, приступаем? Так, ну что, приступаем, ребята. Так, ну что, ребята, вот мы отпиливаем листы железа.
Это, наверное, у нас будет, ну, трешка, наверное, скорее всего. Ну да, наверное, так где-то металл. Я точно не знаю, надо измерять, смотреть. Ну, примерно что-то типа вот такого-то будет ширина. Ну и вот длина. Вот она. Сейчас мы боковины будем делать. Также под размер. Вот. Ширина, наверное, мангала, может быть, примерно вот так будет. Ну, длина, вы сами видели, где-то вот так. Вот. А сейчас ширину мы отпилим. Ну и также будем вырезать пол под нее. Железо, по идее, должно хватить. У меня еще там есть железо. Вот. Все, в гараже натопил, в гараже все хорошо. Поэтому что, продолжаем. В принципе, ребят, я сейчас доделаю. Если кому-то нужны будут, ну, если он понравится кому-то, да, обязательно пишите комментарий, поставьте лайк. Ну и можете написать мне, я сейчас размеры запомню своего мангала, что я придумал. В принципе, я даже никуда не смотрю, ничего, у меня так импровизация идет, что интересно, что хочется, как бы, какой-нибудь небольшой такой, чтобы можно было выйти, там, что-то пожарить и так далее. Вот, ну, поэтому как-то так. Если кому-то интересно будет, естественно, все контакты мои в описании, переходите. Поехали. Опа, ну вот у нас выпилили еще, вот это у нас примерно будет ширина вот такая самого мангала. Я думаю, этого должно хватить, чтобы было все the best. Продолжаем, погнали. Вот у нас каркас, я просто точками сделал, вот он как у нас получается. В принципе, я думаю, не очень большой, можно, конечно, сделать какую-нибудь перегородку еще посередине, да, чтобы можно было, например, что-то вот здесь именно обваривать, или там можно котел какой-нибудь поставить, казан или еще что-то, ну вот что-то вот типа того. Вот, я думаю, в принципе, нормально, небольшой, не маленький, поэтому мы сейчас что-нибудь здесь придумаем, обварим его полностью, и будет все the best. Поэтому что, продолжаем дальше обваривать. Ребята, ну что, мы, короче, сварили короб для мангала.
ну точнее мангал. Сейчас мы будем приваривать ножки, приварим к нему сами ножки, и в принципе мангал будет готов, он уже будет стоять, я вам естественно сниму, покажу. Вот, на данный момент вот он вот так, как вот сейчас прошел ролик. Это низ, сам мангал я просто перевернул, поэтому еще чуть-чуть, я думаю, наверное, доделаю его. Сегодня не знаю, успею, не успею его, потому что время уже у нас заканчивается. Вот, у меня еще дел сегодня куча, поэтому, если что, продолжим завтра. А так, на данный момент, пока варим, дальше я вам все покажу, погнали. Ну, что-то вот так вот получается у нас, ребята. Мы здесь сделали, видите, удвоили, как бы металл укрепили. Между ними все равно наверняка мы сделаем какую-нибудь планку, вот так, чуть попозже. Вот. Ну и, в принципе, вот он получается у нас сам мангал. Сейчас мы его перевернем, попробуем поставить. Так, ребята, ну вот как. Какое-то, блядь, корыто получилось. Но это, естественно, ну, еще не доделано. С левой стороны или с правой стороны у меня будет для... Ну, шашлыки жарить. Там будут шампура. Вот. А с левой или с правой тоже пока еще не знаю. Будет казан. Вот. Естественно, для казана мы будем удлинять вот здесь базу немного. Но как-то, короче, пока что вот так. Дальше уже будем смотреть, как у нас будет. Но как-то так. Вот он, мангал сам. В принципе, что я хочу сделать? Вот эти вот стойки, что они будут означать? Сзади будет стенка. И здесь где-то вот так наполовину, здесь будет тоже стенка. Здесь стенка, и с другой стороны, получается, будет квадрат. Сверху попробуем вырезать, ну, или что-нибудь придумаем для самого, для самой тарелки, можно так сказать. Вот, а с левой стороны у нас будет мангал. Мы их разделим, там будет шампура. Ну и все, в принципе. Сегодня уже некогда доделывать, будем завтра доделывать. Поэтому, в принципе, на сегодня, наверное, все. Для меня это будет всю ночь, для вас будет пару секунд. Народ, всем привет еще раз. Ну что, продолжаем мы заниматься, строить наш мангал с коптильной. Точнее, не с коптильной, а форму будем выдавать, чтобы поставить казан. Вот. Наступил следующий день, я приехал заниматься дальше мангалом. Сейчас мы, в принципе, кофе попьем и будем продолжать. Нам осталось тут, в принципе, немного доделать. Сейчас я вам все, конечно, покажу. Вот. Камеру сейчас сниму и покажу. Погнали. Ну вот он у нас, сам мангал, ребят. Как вот я тогда его оставил, я еще не доделал. Я купил к нему шампура хорошие. Ну, сейчас вот будем выпиливать, доделывать. Я думаю, в принципе, должно получиться неплохо. Я думаю, для гаражного пойдет. Ну, вот начал дырки делать, отверстия, точнее, для мангала самого сбоку, чтобы подувало. Вот. Ну и продолжаем. Погнали. Ребята, ну что, вот у нас как получается мангал. Здесь у нас вот это вот, у нас будет стоять казан. Вот сейчас мы, я, конечно, еще дальше придумываю, включаю импровизацию, как что сделать. Но я думаю, вот как-то вот так. Сейчас мы здесь же будем делать стенку, естественно. Ну, сейчас я доделаю. Если кому размеры нужны, конечно, обязательно я вам все скажу, размеры. Вот. Короче, как-то так. Сейчас я доделаю вот эту стенку и вам все расскажу. Ну вот, что-то типа того, ребят. Еще не сварено ничего. Вот, я думаю, казан сверху будет стоять нормально.
Естественно, мы еще сверху что-нибудь сейчас придумаем, вот, чтобы казан стоял более-менее. С той стороны там дверка будет открываться, ну, выниматься лист железа. Ну, естественно, посмотрим, как будет. Ну и здесь, естественно, мангал. Вот он у нас как получился, сам мангал. Здесь у нас казан будет стоять. Естественно, я сейчас здесь еще укреплю, сделаю что-нибудь. Если дрова, да, надо напихать или накидать, то можно, в принципе, отсюда сверху кидать. Либо у меня будет открываться вот эта штука. Вот. Открыл, запихал дровишек, закрыл, ручечку здесь сделаем и все. С той стороны у меня будет сами шумпура. Там шашлык, машлык и так далее сделать. Поэтому как-то вот так. Продолжаем. Мы сейчас отверстие проделываем сбоку, проделаем, потом все зашкурим, ну и посмотрим, что нужно еще будет доделать. А так, в принципе, готово почти. Вот мы дырки внизу, отверстия точнее, сделали. С той стороны еще нет, разрезы сделали. Мы купили, съездили шампура, такие вот красивые. Вот у нас их будет 5 штук, а я купил пока 4, потому что больше нема. Вот, здесь мы, я сейчас сделаю какой-нибудь такой небольшой полукруг здесь, чтобы казан сюда вставал. Ну или еще что-нибудь можем будет. Здесь надо ручку приделать для вот этой дверки. Вот она будет. Ну, как-то так. Сейчас пока умер шуруповер, сейчас он на зарядке стоит. И будем дальше продолжать. Саморезы вот эти мы уберем от ручек. Ручки вот они. Ну, естественно, надо будет его обязательно в грунт покрасить специальный. И будет готово. Сейчас я вам покажу. Вот грунт я вот такой взял. Термостойк. Вот он и мальку. Это не реклама, просто он самый, в принципе, он хороший, можно им пользоваться. Ну и все, как-то так. Ну что, ребята, готово. Мангал сделали. Все отверстия, все. По поводу верха мы попробуем сюда поставить казан. Как он будет себя вести, если что-то будет не так, да, мы уже придумаем что-то лучше, потому что померил казан, он вообще в принципе нормально садится и сбоку, как обычно, огонь его обволакивает. Вот, а так вот он, наш мангальчик. Ну вот, как-то так. Ну, внутри, ребята, я не буду прокрашивать. Я думаю, нет смысла. Вот. Я вот прокрашиваю его, вот эту сторону наружную. Вот так. Мангал готов. Покрашен, сохнет. Ну, естественно, завтра мы будем его проверять. Вот, посмотрим, как что получилось. Всем спасибо, кто меня смотрел. Всем пока. С наступающими праздниками. Рождество и Старый Новый год. Ждите новые выпуски. Пока, ребята.